Сейчас мы будем отклеивать бумажку. Облачко. Такое облачко я сделала. Незамысловатое дерево. Получилось. Я решила, что этот кусочек бумажки будет камнем. И, наверное, я приклею какие-нибудь буквы или слова. Вот такой у меня файлик. И здесь я храню свои слова вырезаны. Вот такой получился у нас коллаж из обрезков. Формат этого коллажа 11×11. Сейчас мы попробуем что-нибудь нарисовать на этом коллаже. Я использую вот такой вот линер 07. Я решила нарисовать скамейку. Птицы получились огромные, а скамейка маленькая. Добавлю траву. Теперь наш коллаж готов. И до скорой встречи. Всем пока.